Зрелищный фестиваль духовых оркестров на главной пешеходной улице города. По Большой Покровской марш-парадом идут стройные колонны музыкантов. День города Нижегородский губернский оркестр встречает в новых прекрасных костюмах. Музыканты в синих ливреях с золотыми шевронами привлекали внимание всей улицы. Сегодня у нас премьера новых наших костюмов. Дню города, правительство области пошили нашему оркестру прекрасные костюмы. Оркестр хороший. Музыканты хорошие, ну и костюмы должны быть хорошие. Ну и как вот сейчас уже люди говорят, что таких костюмов еще не видели ни у кого. На фестивале оркестры из Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова и Богородска. Из Перми привезли большой музыкальный привет, новую концертную программу «Танцующая планета». Встреча с нашими коллегами, музыкантами на подобном фестивале – это для нас всегда большой праздник, это всегда для нас хорошее настроение, потому что мы всегда готовы поделиться своим творчеством, что-то перенять у наших коллег, поэтому все готовы к большому празднику. Прохожие счастливы в центре музыкального праздника. Дети и взрослые делают селфи и фотографии на память. Хочу пожелать всем нашим нижегородцам хорошего настроения, прекрасного. Потом самое главное – здоровье, чтобы все у нас было прекрасно, город наш развивался, и чтобы все радовались сегодня и встречали этот день с радостью, с настроением, с любовью к своему городу. Счастья, любви, хорошего настроения, конечно же, вдохновения к жизни, чтобы всегда находить радость в каждом дне. Фестивальная программа продолжится яркими сольными концертами оркестров, а выступления будут сопровождаться артистическими, вокальными и танцевальными номерами. Екатерина Васильева, Любовь Шапко, Галина Калягина и Виталий Кудрявцев. Время новостей.